на территории Украины и Донецкой и Луганской Народной Республики идет полномасштабная война за... Сражаются это славяне друг с другом. Тут нет межнационального конфликта. Здесь идет столкновение двух миров. Западного и славянского мира. Вот. Когда насильственные попытки вогнать нас в рамки и в правила, и в законы западного мира, вот, попытки отсечь нас от памяти наших предков, вот, от корней наших, и попытки заставить нас смотреть на мир через призму западного мира, вот, естественно, они вызвали полное отторжение и неприятие. И на этой почве возник конфликт, который украинская хунта попыталась задавить с помощью оружия. Вот. Они не ожидали, конечно, что глухой ропот, да, скажем так, обычно молчащего Донбасса, вот, перерастет в открытое столкновение, при котором украинская армия будет практически уничтожена. Вот. И 4 сентября, так называемые перемирия, эти Минские соглашения, они, скажем так, на излете и на, скажем, на пике энтузиазма, на пике военных успехов были остановлены наши войска. Вот. И дальнейшее развитие событий могло бы пойти совсем по другому сценарию. А что ополченцы думают по поводу этого? Они крайне отрицательно относятся к этому, крайне отрицательно. И некоторые прямо заявляют о том, что было предательство. А скажите, пожалуйста, вот мы часто называем эту войну войной с фашизмом. Да, да, это одно из названий. Война с фашизмом, война с нацизмом, война с рабовладельческим строем, с феодальным строем, который развился, буйным цветом расцвел на территории Украины. Посмотрите, была каста неприкасаемых, те, которые были у власти, причем даже при небольшой власти. За 23 года вот этой так называемой независимости создалась такая ситуация, когда при маломальской власти находящийся чиновник, не говоря уже о, скажем, да, так называемой элите, вот я ее называю всегда через букву «ы» элита, потому что по большей части там люди далеко не цивилизованные, вот, которые привыкшие жить в своем мире, они создали свои законы, они создали свой мир. Вот, а остальные люди, 90% населения, для них просто была пыль и грязь на них на сапогах или там на туфлях. Мнение народа абсолютно не учитывалось, людьми манипулировали, проводились прекрасные эксперименты по манипулированию общественным сознанием, которое привело к тому, что сейчас на данный момент 70% населения Украины, вопреки очевидным фактам, вопреки действительно очевидным фактам, они верят в том, что на территории Луганской Народной Республики присутствуют российские войска, какие-то там спецназовцы, там, вот, какие-то там непонятные люди, то, что там происходит, там, поголовное там, изнасилование, убийство, издевательство над мирным народом, там, поедание младенцев. Ну, в общем, вся мы же знаем, что примерно такая картина происходит там, где стоят войска Украины. Вот, том-то, вот я же и говорю, вопреки очевидным фактам. То есть они перевирают события? Абсолютно. И причем, значит, тяжело переубедить людей, даже вот... С родственниками общаются ополченцы, которые родственники проживают на территории Украины. Вот, когда они им говорят, что, пожалуйста, ну приезжайте, посмотрите, у нас здесь ну, нет того, что нет, вы там все сепаратисты, убийцы, вы там негодяи, мерзавцы, все поголовно. Вот, западные журналисты приезжают, вот ко мне в подразделение очень часто приезжают журналисты, в том числе иностранные. Я абсолютно открыт. Я позволяю ребятам, этим съемочным группам находиться внутри подразделения, общаться с кем они пожелают, с кем захотят, как бы, и ради бога, пожалуйста. А скажите, вот. Какая мотивация у русского ополчения? А защита русского мира, защита земли русской. И в том числе, пусть это не покажется там, да, как бы пафосным, или там, это действительно защита духа нашего. Вот именно сути нашей правды русской.
Вот. И памяти предков в том числе. Когда двоих моих дедушек, которые воевали, один из них погиб в 43-м году, а второй дошел до Будапешта в Великой Отечественной войне, когда пытаются меня заставить думать о том, что они являлись оккупантами, когда навешивают ярлыки на более чем 2,5 миллиона украинцев, да, граждан Украинской Советской Социалистической Республики, которые погибли в войне с фашизмом, на них навешивают ярлыки о том, что они были оккупантами, негодяями, мерзанцами там, или там, марионетками Москвы, то, поверьте, это, ну, неприятие, это мягко сказано. Вот. И попытки заставить, естественно, неаргументированно, когда пытаешься с людьми с этими, да, зомбированными, там, да, или пытаешься, ну, убедите меня, я человек разумный. Аргументируйте свои заявления, докажите мне, что ваши заявления являются правдой. Нет. Крики, вопли, переход на личности, ну, это традиционно, это... Истерия, да. Война еще предстоит, война тяжелая, и, значит, ну, не приходится рассчитывать на дальнейший мирный исход какой-либо вот этой военной кампании. Дело в том, что Порошенко попал в такую ситуацию, когда ему нужно продолжать войну в обязательном порядке. По той простой причине, чтобы отвлечь массы людей, граждан Украины, вот, от тех проблем, от тех серьезных проблем, и в том числе в экономической сфере. В экономической сфере, которая сейчас возникла в связи с войной, опять же, вот этой дикой истерии и русофобии, вот, позиции украинских властей на зло маме отморожу уши, да. А у них вот это вот, скажем так, голова забита всем этим мусором о том, что здесь русские, российские войска, вот, о том, что здесь творится полное вакханалия беззакония. Вот, о том, что здесь настоящие террористы, которые отрезают голову младенцев, потом жарят их на завтрак, обед и ужин и едят. То есть это тоже одурманенные люди? Абсолютно. Американская пропаганда? Это жертвы пропаганды вот, чистейшей воды. А вот все практически промытые мозги, ну часть из них верят, пока не попадут к нам в плен, да? Вот, либо пока не пообщаются. Еще в самом начале войны, вот, когда украинские войска входили в маленькие населенные пункты, это у нас достоверная информация об этом, есть люди простые, их спрашивали, для чего вы сюда приехали. Они говорят, мы приехали вас защитить от российских войск. А где вы их здесь видите? Ну, нам так сказали. Командование доведено. Причем, значит... По большей степени в украинских войсках сами подразделения отрезаны от внешнего мира. Вот, только доносится до них информация до рядового состава, которая выгодна украинским властям. Вот, значит, пропагандистские приемы, штампы. Вот это вот все муссируется, это все вкладывается в голову, и вот мотивация. Денежной мотивации там нет. Вот, Национальная гвардия, это нагнали туда по мобилизации. Вот еще одно как бы нарушение, кстати, мобилизация по законам объявляется при введении военного положения или введении активной войны настоящей. Но Украина ни с кем не находится в состоянии войны, военное положение не объявлено, прямое нарушение закона об объявлении мобилизации, так называемой. А мобилизуются туда люди под разными предлогами, и зачастую эти насильственного характера, как бы, ну, то есть, говорится о том, что либо ты идешь в тюрьму, либо ты идешь в Нацгвардию. Да? Либо вот я беседовал с одним из пленных, Валерий Холоренец, у него фамилия такая, вот, он из Ровенской области, по-моему, водитель БМП, который вот остался в живых и был пленен в боях под населенным пунктом Смелое. Вот мы с ним беседовали, у него мотивация была такая. Пришел представитель военкомата с сотрудником милиции и сказали,
тебе нужно идти в армию. Он говорит, я не пойду. Он говорит, ну, значит, тогда ты сядешь в тюрьму, а мы создадим здесь на месте такие условия, что ни твои родственники, ни твоя жена не смогут устроиться на работу. Ни твои два сына, одному, по-моему, 9, второму 12 или 13 лет, вот, они просто умрут с голоду. Один из пленных, который был, находился у меня, вот, он говорил, что он скрывался на Майдане, совершил тяжкое преступление, разбой, по-моему, или грабеж, ну что-то типа такого. Вот, скрывался на Майдане, но на него вышли, вот, и сказали, хочешь, не будет никакого уголовного преследования, то есть спишем эту статью. Естественно, он захотел, ну иди добровольцем в Айдар. Ну, конечно, человек пошел, то ли дело сидеть там от 7 до 12 лет за разбойное нападение, то ли дело пойти повоевать, побеспределить там. Вот, и как вы думаете, моральный дух какой будет в этих... Тем более, а плюс еще ко всему, смотрите, ну, по большей части, ведь в формировании еще очень много людей, которые были на Майдане. То есть... Ситуация, когда тоже наиболее пассионарная часть населения, которая участвовала в активных этих протестных, этих, и, а попросту были использованы для совершения государственного переворота в Украине в ноябре-феврале месяце. Вот, значит, их отправили как пушечное мясо на фронта. И задача уничтожения вот этой части населения, да, активной части населения, прослеживается в действиях военачальников украинских, не считаясь потерями, без каких-либо там особых согласований, войска, значит, вернее, личный состав посылается буквально в смысле на верную смерть, без какого-либо снабжения, в том числе материального, там, какого-то там едой, боеприпасами. 32-й блокпост знаменитый, ставший знаменитым в последнее время, типичное тому подтверждение, когда украинские военнослужащие пили воду из луж, потому что снабжения никакого не было. Ну, вот. Их планомерно уничтожают, чтобы они не повернули свои штыки. Да, и сейчас приходит осознание, среди части военнослужащих украинских войск приходит осознание вот, именно реальности этой ситуации, когда их просто гонят на убой. Вот. Они понимают, что их обманули на Майдане, потому что на манеже все те же остались. Вот, произошло переформатирование Верховной Рады. Все те же лица. Вот. Люди понимают, что их обманули, люди понимают, что их погнали на убой. Вот. Естественно, они хотят разобраться с этим, но... Попал на фронт, значит, естественно, они скованы по рукам и ногам, значит, правила там устава, там, значит, дезертирство нарастает, а те непокорные части, которые хотят повернуть свое оружие, пойти разобраться с олигархами в Киев, вот, они уничтожаются карательными батальонами.